Овощи, фрукты и прогулки на свежем воздухе – формула крепкого иммунитета в любой сезон. Главный врач клиники «Красота и здоровье» сразу же развеивает миф. А витаминоз и гиповитаминоз от времени года не зависят. Достаточный уровень необходимых веществ в организме мы можем получить всегда. Однако с точки зрения укрепления иммунитета, сезонные овощи и фрукты действительно помогают разнообразить рацион. Их потребление обеспечит организм всеми необходимыми и витаминами, и макроэлементами, и микроэлементами, пищевыми волокнами и другими растительными компонентами. То есть, естественно, употребление большого количества овощей и фруктов в данный период времени – это оптимальный, так скажем, подход к своему питанию, и это способ укрепить и свое здоровье, и свой иммунитет. Подходить к формированию рациона надо с умом. Ориентир – гарвардская тарелка. Она делит все продукты на группы и помогает соблюсти баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки в соответствии с нормами диетологии. Запастись конкретными витаминами и веществами впрок вряд ли получится. Есть витамины жирорастворимые, допустим, А, Д, Е, К витамины, которые накапливаются в организме. Вы, допустим, можете что-то, содержащее эти витамины, допустим, съесть, и в течение недели вот этот витамин, который вы получили, будет расходоваться. В овощах, фруктах содержатся в основном водорастворимые витамины. То есть накопить их мы не можем. Если мы получим больше вот этих водорастворимых витаминов, чем нужно, организм просто избыток выведет. Еще один немаловажный метод укрепления иммунитета – прогулки на свежем воздухе. До наступления холодов у нас еще есть возможность в полной мере заниматься активностями на природе, получать дополнительную дозу витамина D. Для того, чтобы витамин D выработался в достаточном количестве, нужно 15 минут в дневное время достаточно этого провести на улице. Причем даже если вы будете защищены кремом с SPF-фактором, то витамин D все равно выработается в нужном количестве. От прогулок больше пользы, что это физическая активность. А физическая активность, она для здоровья, для крепкого иммунитета, она вообще необходима наряду с питанием. Пропивать поливитаминные препараты перед осенью врачи не рекомендуют. Во-первых, необходимые вещества из таблеток усваиваются хуже, чем из еды. Во-вторых, надо четко понимать, чего конкретно в вашем организме не хватает, и восполнять эти дефициты. Лучше всего с этим обратиться к врачу. Если вдруг вы подозреваете, что у вас есть недостаток какого-то витамина, если какие-то там симптомы настораживающие есть, вы можете прийти к врачу. Врач вам назначит дополнительное обследование, анализы. И если вот по результатам этих обследований, анализов действительно выявится недостаток определенных витаминов, тогда врач назначит определенные, вот именно эти витамины уже в таблетках. В клинике «Красота и здоровье» ведет прием врач-эндокринолог. К нему можно прийти и провести исследование, выявить дефициты и выстроить тактику восполнения необходимых веществ. Записаться можно по телефонам 8 987 747 0205. Или 5-99-81. Специалисты клиники «Красота и здоровье» ждут вас по адресу улица Лесная, дом 35. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.